Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні лани». У студії журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми побуваємо на двох провідних фермерських господарствах Снігурівського району. Залишайтесь з нами. Фермерське господарство «Гармонія» Снігурівського району знаходиться в селі Червона Долина. Тримає в обробітку 1300 гектарів землі, вирощує зернові та технічні культури. Розташувалося на місці колишнього тваринницького комплексу «Промінь», який на початку 90-х прийшов у занепад. Нині в господарстві бокси для техніки, складські приміщення, майстерні, тік. Відремонтували і поновили все, що необхідне для якісної і продуктивної роботи біля землі. Керівник господарства Володимир Олександрович не без гордості розповідає про свою роботу. Починали з 25 гектарів, зруйновану базу поновили, придбали техніку і орендували землю. Наше господарство було образовано в 1994 році. Основне направлення господарства – вирощування зернових і технічних культур. Займаємося вирощуванням озимої ярової ячменя, озимої пшениці, рапс, подсолнечник. Посівна минулого року була ризикованою і з економічної точки зору, і з точки зору погоди. Осінь була дуже засушлива, але на сьогоднішній день є інтернет. Да? Коли ми узнали, що в определенний період пройде дощ, ми всю почали посівну кампанію. Ми всю зиму засіяли до дождя. Да, це определенний ризик. Но сроки підходили, і благодаря тому, що пройшли дожди, ми отримали дружні всходи, які потім і вилились в наш результат. Гаряча пора для кожного працівника сільського господарства – це жнива. Снігурівщина цього року жнивує в напружених умовах. Минулі дощі не давали техніці вийти в поле вчасно. Колектив фермерського господарства «Гармонія» першим в районі закінчив жнива і отримав свій заслужений коровай від представників районної влади. Площадь озимої ярової ячменя составляла у нас десь 420 гектар. Ми починали, да, звісно, урожайність була вище 45, дощики нас чуть-чуть опустили, в середньому вийшли на 39. Пшеничка у нас по кругу зараз йде десь 49-50 сантиметрів з гектарів. Таких я не пам'ятаю за 20 років урожаїв. На сьогоднішній день, от ви бачите, у нас ми прийшли вже рубеж 3000 тонн. Це моя мечта була, моя задача, моєго колективу. Цього року, хоч в жнива і дощило, врожай непоганий. Зрештою, через негоду нашій знімальній групі і не вдалося зняти роботу техніки в полі. Дощ для нас праздник. Ми завжди раді дощу. Да, определенные неудобства приносят дожди, но таких обильных осадков и вовремя, которые они пришли, мы уже давно не помним. Лучше, конечно, дожди, чем засуха. Да, мы на сегодняшний день потеряли немножко на ранних зерновых, то есть те хозяйства, которые не успели убрать вовремя яровой ячмен, да, понесли незначительные убытки, но эти дожди хорошую услугу оказали для поздних культур, то есть подсолнечника. И я считаю, что это в этом году будет год подсолнечника. И виды показывают, что урожай в этом году будет хороший. Підприємство в основному урожай відвантажує на експорт. Перед нами стоит определенная задача. Прежде всего, рассчитаться за аренду земельных с поставщиками. Завести им солому, рассчитаться денежками, рассчитаться зерном по это. Далее все мы работаем для того, чтобы его продать, чтобы дальше развиваться и существовать. Работаем мы сейчас с крупными компаниями, то есть Небулон, Топфер, Каргел и так далее. В основном наша продукция идет на экспорт. Господарство має власну техніку. Парк як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Все для належного обробітку землі. До хорошої техніки має і кваліфікованих механізаторів. У нас спочатку була техніка трактора Т-75, ЮМЗ. Зараз, з тим, як ми навели своє виробництво, ми зараз маємо в нашому розпорядженні трактора New Holland. До нього є набір техніки, це дискова барна, культиватор Тайгер.
Маємо зараз в розпорядженні 5 МТЗ-80, повний набір техніки для обробітку почви, для посіву, для захисту рослин. Маємо зараз зборочні техніки, це 2 комбайна «Дон 1500» і комбайн «Жандір». Безусловно, імпортна техніка намного краще зарекомендувала себе отечественна. Во-первых, производительність, качество, сокращає время і количество робочої сили. Ну, соответствующе, надо иметь определенные категории людей, которые работают. Надо их учить, надо их заставлять работать, чтобы они не боялись этого. На сегодняшний день в фермерском хозяйстве работает очень много специалистов. Они, некоторые пришли ко мне с Небулона, которые раньше работали. У них опыт большой работы за плечами, где-то 8-10 лет. Поэтому для них это импортная техника, New Holland, John Deere, для них это не новость. Поэтому мы в этом плане защищены. Тем более сервисные службы работают на очень высоком уровне. Сейчас нету проблем с запчастями, обслуживанием и так далее и тому подобное. Неподалік парку техніки відремонтована будівля свиноферми. Не пустує. У свій час тримали до сотні голів. Тварини доглянуті і вгодовані. Підсобне господарство забезпечує їдальню м'ясом і салом власного виробництва. Мы держим хозяйство. Почему? Потому что в нашем хозяйстве 30 человек рабочей силы. Этих людей мы кормим дважды в день. И кормим бесплатно. У нас есть своя столовая. А обед без хорошего мяса, вы же понимаете, это не обед. Поэтому мы держим для себя подсобное хозяйство, выращиваем свинок, мясо. Все проходит через нашу столовую, соответствующие санобработки и так далее. И люди в этом плане довольны. Излишки мы можем даже предложить своим пайщикам. Фермерское господарство «Гармонія» активно допомагає місцевій громаді. Я раньше говорил, ты можешь сделать все, но без людей ты никто. Поэтому мы не теряем связь с общественностью. Мы помогаем школам, мы помогаем садикам, мы помогаем сельскому совету. У нас заключены партнерские соглашения, которые мы стараемся вовремя и качественно выполнять. Потому что в сельском совете не так... Ну, на сегодняшний день их вообще нету техники, поэтому надо помогать с водопроводом, помогать с ограждением, помогать с ремонтом дорогам и так далее. Развиваться надо каждый день, каждый день. В планах нас обновлять технику. Сейчас у нас в планах приобрести еще новый комбайн. Его будем приобретать где-то под Новый год, когда у нас будет уже денежки на счету, когда цены установятся на комбайн. Потихонечку будемо обновляти і прицепне обладнання. Хоч і сільськогосподарський рік видався нелегким, але врожай радує. Колектив фермерського господарства «Гармонія» має плани на майбутнє і активно працює над їх втіленням. Сподіваються на стабільну ситуацію в економіці і не хочуть потрясінь. А зараз я пропоную вам побувати на сусідньому фермерському господарстві «Нива» і подивитися, в яких умовах там, окрім зернових, вирощують сою та кукурудзу. Фермерське господарство «Нива», можна сказати, сусіднє з попереднім, розташоване у селі Олександрівка, кілометрів 20 від Снігурівки. Має власну техніку і виробничі потужності, тік – складські приміщення ваги. Товариство, хоч і невелике, але декілька років поспіль було лідером зі збирання врожаїв у Снігурівському районі. Сейчас у нас в структуре посевных площадей большая часть занимает зерновые культуры. Это озимая пшеница, озимый ячмень и кукуруза. Также присутствует у нас и рапс, семечка, соя. Найбільша цінність будь-якого господарства – це люди, які працюють і в полі, і на току. Средний возраст нашего коллектива где-то получается лет, наверное, 35. Средний возраст. Есть старшие люди с опытом, да, где-то лет 50-55 лет. Они служат как бы флагманами по практике, по умению значит, работать с техникой, учат нашу молодежь.
Вот. А в принципе, я считаю, что у нас коллектив собрался хороший, слаженный. Как и везде есть свои, конечно, проблемы, но в общем, если судить, я им доволен. Цього року фермерське господарство Нива, як і всі, жнивує у непростих умовах. Дощі не дозволили вчасно вийти в поле. В этом году у нас с влагообеспеченностью вопрос, конечно, закрытый, потому что такого года не было, как в этом году. Осадки шли и в осенний период, в весенний, в летний период. И, к сожалению, сейчас мы из-за этого не можем убрать урожай. В настоящее время убрано процентов 40 из всей площади. Мы, к сожалению, только приступили к уборке озимой пшеницы. Убрали мы рапс, убрали мы озимый ячмень. Темпы были очень слабые, в связи с тем, что масса была полегшая. Вот. Но убирали, пытались, поэтому, конечно, темпы были очень слабенькими. Вот. Скосили мы на сегодняшний день полностью рапс и полностью озимый ячмень. Дощі, яких так мало на півдні, в ці жнива випали невчасно. Загалом волога – це саме те, що обмежує вибір культур для сівби. Тому господарство Нива зробило ставку на розвиток зрошення. Це дороге задоволення, але в перспективі варте того. Лімітуючим фактором в нашій зоні є влага. Навіть ми знаємо такі факти, що по кількості випавших осадків наша зона приравнивается к зоне полупустыни. Мы не раз за 25 лет, я испытывал ли мы все года, когда просто мы бросали поля, даже их и не убирая. Почему? Не было влаги, сгорало все. Мы делали весь комплекс работ, но, увы, к сожалению, один фактор – влага, ее нету, и все. И вся наша работа сводилась на ноль. Поэтому приоритетным вектором развития нашего хозяйства в настоящие и эти вот годы есть, скажем, развитие орошения. Потому что мы считаем, что при наличии влаги мы можем достичь чего-то, ничем не рискуя. Потому что я уже говорил, что мы влаживаем много, делаем много, мы можем вовремя посеять. Мы можем вовремя произвести обработку почвы, можем внести питательные вещества, но, увы, в отсутствие влаги все у нас смазывается, и поэтому мы сейчас взяли усиленно вектор на орошение наших площадей. Використання зрошення дало можливість вирощувати культури, які не є аж занадто поширеними на півдні – соя та кукурудза. Ми побували на полі і побачили на власні очі і зрошення, і посіви. Кукурудза – це вважається сильною культурою по потенціалу, по валовому збору. Требує вона, звісно, теж немалого, требує вона определеної влагообезпеченості. Це в районі 3,5-4 тисяч кубов на гектар. При таком обеспечении потенциал может достигать до 20 тонн с гектара. Но это, конечно, все зависит от агрофона поля, от количества удобрений, которых дали ей, ну и от, понятное дело, от погодных условий. Что делается на вашем поле, чтобы сделать урожай? Ну, осенью мы... Основная обработка почвы у нас идет с основным внесением удобрений. Мы используем азофоску, количество 200 кг на гектар. Потом у нас идет уже весной предпосевная подготовка почвы, грунтовые гербициды, посев. И потом мы монтируем систему капельного орошения. Орошение – это, скажем, финансовая затратная часть деятельности, тем более в это время, когда все считают по курсу доллара, а оно порой не связано с нашей, скажем, продукцией, с ростом нашей продукции. Поэтому мы посчитали, что самые рентабельные культуры и самые окупаемые культуры при этом орошении – это будут соя и кукуруза.
Кукуруза, потому что она, у нее просто потенциал по урожайности большой. Поэтому мы посчитали, что эти вот две эти культуры мы их будем включать в севооборот на орошении. Вот. Так само и соя. Соя у нее и цена, стоимость ее тонны, она пользуется спросом. И, конечно же, как предшественник. Предшественник азотофиксирующая культура, которая тоже в наше время не маловажна по стоимости этих вот минеральных удобрений всех и прочее, прочее. Насеннєвий матеріал в основному закордонної селекції. Что касается кукурузы, на капельном орошении мы ее выращиваем и на дождевании. Мы используем семена ведущих фирм Monsanto и Pioneer. То есть не отечественные? Частично. И в этом году мы заложили опыт, в этом году посеяли и наши семена. Вот. Ну, посмотрим, какая будет разница на фоне этих вот ведущих фирм. За великим рахунком проблем зі збутом не відчувають, але є і проблемні питання. За годы у меня есть уже свои, скажем, клиенты, свои партнеры. Если, допустим, по масличным культурам, мы работаем с фирмой Cargill уже долгие годы, по подсолнечнику, по рапсу. Вот. Зерновые культуры, конечно, нужно искать рынки сбыта более серьезные, скажем так, что это не только я. Мы просто не можем выйти на эти вот серьезные рынки. Да, у нас маленькие объемы, нужно об этом думать, потому что мы порой теряем очень много, только лишь из-за того, что, скажем, посредник приехал в сезон, у нас его скупил. Вот. Этот вопрос, конечно, у нас еще. Это не только у меня, это у всех фермеров. Фермерське господарство «Нива» не залишається осторонь проблем громади і завжди готове допомогти. Я считаю, что я не стою в стороне жизни нашего села. Я являюсь патриотом нашего села. Здесь выросли мои дети. Вот. Я оказываю помощь школьным, детским нашим учреждениям. Вот. Никогда им в этом не отказываю. Пайщиков своих тоже не оставляю в беде. В жизни каждого бывают всякие там проблемы. А их у меня 500 с лишним человек. Поэтому есть о ком заботиться. В этом году мы заканчиваем строительство церкви в нашем селе, где фермерское хозяйство в одном лице, значит, принимало участие в этом деле с нуля и до самого уже финиша. Вот. Поэтому как бы я помогал и буду помогать нашему селу. Фермерське господарство «Нива» не стоїть на місці, намагається інвестувати у виробництво. Але подальший розвиток буде залежати від ситуації в державі. Господарюють і сподіваються на краще. Цього року сільгосптоваровиробникам нелегко. Додає клопотів і економіка, і погода. Я поцікавився, наскільки важко було працювати цього року і якого роду допомоги вони чекають від держави. Ми повністю залежимо від економічної обстановки в країні. Да, ми устали від цих всіх прыжков цен и так далее. Мы хотим стабильности, понимаете? Будет стабильность в стране, мы будем еще больше работать. Мы сделаем еще большую отдачу. Хотелось бы, чтобы все наладилось в стране. Я бы, конечно, хотел видеть то время, когда прекратится этот бардак с этими ценами, когда все идет в рост, идет, все нам считают по курсу доллара. Любая химия, средства защиты, удобрения, горючее, все идет, считают нам по этому курсу. Но наша продукция, она не сильно связана с этим курсом. То есть ценовая политика остается быть лучше, выше. Раз.
Второе. По поводу значит, банков, кредитов. Ну, очень сложно взять фермеру кредит под 30% сейчас и еще дать в заставу технику и прочее. Если говорить в общем про банковскую систему, то не каждый фермер потянет такие вот условия. И, к сожалению, конечно, он не сможет внести выполнить всю цепочку по всю возделыванию агротехники той или иной, скажем, культуры. И это все сказывается на вале, урожайности. Поэтому вот в этом плане так. Невирішеним залишається і земельне питання. Я от вижу, це не тільки я вижу, якщо ми з вами говорили по поводу орошення, нету уверенності в будущем в тому, що я влажую деньги, беру я в банки, допустим, кредити беру, ставлю такі от машини дорогі, і у меня нету, допустим, гарантии, что эти земли через год, два, три, когда придет конец, значит, договора нашего с пайщиком, он не скажет: товарищ, отдай мне эту землю, эта земля моя. То есть здесь нету у меня, скажем, гарантии. Я не защищенный, а просто в нашей зоне без этого фактора орошения просто я не вижу развития и будущего нашего земледелия. Мрія багатьох аграріїв – виходити напряму на іноземних покупців збіжжя. Трейдери, по суті, це всього лише посередники. Це, звісно, мечта. І я думаю, в скорому майбутньому, я думаю, що все одно воно так і буде. Тому що йде час, десь ми становимося мудрее. От, я вважаю, я над цим как бы думаю дуже часто. Я думаю, я это вижу, допустим, в таком плане, когда мы будем просто кооперироваться, фермеры, именно хотя бы при сдаче своих объемов, где мы будем иметь более серьезные цены, не давая заработать просто людям, которые не вложили в это производство своих сил, финансов и всего. Я, наверное, выражу мнение многих аграрников. Нам не надо помогать. Нам не надо, просто не мешайте нам работать. Мы все сделаем. Мы вырастим достойный урожай, мы его продадим государству. Просто не надо нам мешать. В каком плане мешать? Не надо у нас забирать по бросовым ценам. Не надо нас давить большими ценами на удобрения, на средства защиты, на ГСМ и так далее. Потом все должно быть взаимосвязано. Ви дивилися програму «Південні лани». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Ми побували на двох провідних фермерських господарствах Снігурівського району. Всього найкращого!